Добрый день, дорогие друзья! Ну вот и покинул нас 20-й год. Всех вас поздравляю с наступившим 2021 годом. Все надеются на него. Ну, думаю, он принесет к нам какой-то вздох после этого ужасного высокосного года 2020. Поэтому здоровья вам самое главное. Ну и как всегда, тепла, комфорта и удачи на рыбалках. Ну и так, ребят. Многие к нам обращаются и просят снять отдельное видео, как разбирать, собирать наши раскладушки. Ну, для меня как бы ничего сложного в этом нет. В отдельных видео мы это все показывали. Но раз вы просите, мы снимем отдельное видео. Приступим к разборке раскладушки. Так. Снимаем чехольчик за раскладушки. Вот у нее поперечные планки. Вот откладываем в сторонку. Ну и снимаем, собственно, сам чехол. Снимаем, убираем в сторонку. Так, теперь вот эти вот ноги проворачиваем таким образом. Оп. Теперь раскладушку переворачиваем. И вот так вот разъединяем. Так. Ну вот, разъединили. Вот раскладушку в таком состоянии разложили, берем поперечный. Вставляем вот в этот кармашек. Вот здесь попали. Здесь попали. Так, теперь переходим к этой стороне. Вставляем также в кармашек перекладину. Раз. И вот здесь вот натягиваем. Потребуется некоторые усилия, то есть детям, женщинам, наверное, будет тяжело. Но пока она новая, потом она будет полегче. Вот, все. Но пока новая, она как бы собирается довольно тяжело. Но для чего это сделано? В процессе, когда мы будем эксплуатировать раскладушку, все равно пробивались ниточки, швы, и должны нитки встать в свои швы, то есть ткань немного как бы разойдется, чтобы она потом у вас не висела матрасом. Мы делаем жесткую натяжку, то есть 2-3 рыбалки, и у вас как бы все станет на свои места. Ну и как бы, чтобы натяжка-то присутствовала, куда от нее деться. Так, ребят, видите, вот ножки как стоят, они не стоят своей плоскостью. То есть можно, конечно, наклониться вручную, там их выправить вот так вот. Вот так вот задавливать. Но я делаю проще. Я вот так вот отхожу и ногой просто. Оп, видите, она встала. Вот давайте к этой подойдем поближе. Покажу. Вот, видите, она стоит неровно. Мы берем сюда. Оп. Она встает. Все, и также по периметру прошлись. Выровняли все ножки. Ну что, ребят, раскладушка готова к бою. Разложили. Если хотите, я даже не побоюсь прилечь на нее. Давайте покажу. Чтоб не подумали, что это бутафорская раскладушка. Вот видите, все отлично. Ну все, раскладушкой мы попользовались. Пришло время ее собирать обратно. Все в обратном процессе абсолютно точно так же. То есть давайте. Начинаем. Оп. Одну. Обычно назад веселее получается. Брали перекладину. Вторую сняли. Теперь вот так вот заламываем их. Заломали. Сняла одну ногу сюда. Смотрите, чтобы ножки лучше сошлись, я вот эти вот проворачиваю. Сами лапки. Тогда, видите, плотно прилегает. Теперь вторую закидываю. Также подправим ножки наши.
раскладушки. Она плотно легла в чехол. Мне осталось вот эти, средние, последние сложить. Так, теперь ткань вот так оборачиваю. Убираем в чехольчик и сюда наши перекладины. Их просто скрываем. Раз. Ну и последнее затянули. О. Все, раскладушка готова. Многие задают вопрос, как она в собранном виде. Вот, вот так и выглядит. Все довольно компактно, удобно. Взяли, отнесли в машину. Багажник или в прицеп убрали. Так что, смотрите, надеюсь, кому-то чем-то помог. Ну и как всегда, ребят, тепла, комфорта и уюта вам на рыбалке. Все, пока-пока.